Держись. Мы сейчас с тобой не по короткому пути, а по красивому едем. Утром поедем по набережной. Тут уже никто ничего не скажет. Ты зря приехал ты, что ли? Нужно же тебе по самым вкусняшкам прокатить. Когда его, ну, уже знаешь, понимаешь, что небольшой, не знаю, каждая улица раздельная, ну, отдельная кажется, каждая длина отдельная. Размер у этого полотнища, у полотнища вот этого флага, размер 45 метров, длина 15 высота. Да. А высота 5 этажей. Так, сейчас здесь вниз по ступенькам. У нас осталось 2 минуты. Да. Тут рядом уже. Уже рядом, но чуть-чуть.
цвет давал. То есть геометрия, цвет. Так, здесь. Турки. Нам сюда один. Я думал, ты 8 подъедете. Что-то перепутал. Прошу прощения. Ну... Гость из Степногорска, я его прокатил по красивым местам. Саша, Дима или Александр, скорее. Да, Дима. Все нормально. Это здесь все равно. Какие-то красивые места. Я его повел по красивым, по набережной. А, по набережной, да. Все дела. То есть я его не стал по проспекту гнать. Тупую. Ну там у нас вообще, вон там по набережной вообще красиво. Ну вот там мы и ехали. Да, там мы вообще вот тут Виталька мне показал дорожку. Сядем на дорожку? Нет, не будем. Ты опять записываешься в видео? Не будет, да? Да. Вы то видео смотрели? Конечно, смотрел. Здравствуйте, ты что? Всем показывай. Чтобы они узнали, как мы иногда куда заезжаем, особенно твои эти восклицания. Как тут можно проехать? Ну все, поехали. Все, давай, все, на 40-ую, да? Да. Что, часть? Ну да. Нет, давайте вы, я уж... Не-не-не, я не в том, что это какой-то... Просто, ну, так привычно. Я ничего не вижу. Вон там. Ага. Смотри, как придумал. Это вот дорога туда и идет. Вот это дорога. От именно оттуда, видишь, от железной дороги. Все продумал. Все, я понял. Нелогично. А? Нелогично. Почему? Дорога прям туда ведет. Ну, а ее видно. Я хотел так, пока со сверху видно, что. Можно, можно не видеть базу, увидеть дорогу. Сверху там видно все. Я помню, с 2010 года уже сверху видно все. Машина заезжает,
Да, не, и она со всех сторон окружена. Ну, понял? Классно сделано. Очень классно. Поехали дальше. Че? А типа мы все посмотрели? Не, мы типа сейчас туда заедем. Вот, этого я и жду. Этого я и жду! Здесь было КПП, а теперь здесь ЖОПП. Вот там была Волга или Форд. Так, здесь пошел саундтрек из фильма «Сталкер». Скорее инженерия. Как искусственно замаскировали, ты заметил, мы тут ездимся по КТЛ и не видим ничего. Представляешь? Знаете, что самое сложное в таких делах? Направо. Ну, как со с точки зрения гражданского архитектора. Но... это устройство зеленой кровли на наклонной поверхности. А-а-а. То есть это довольно сложно удерживать землю с растительностью. Идут дожди, и все, она сползать должна. Не, она же, понимаешь, на плите лежит. То есть там вот плюс. Она даже не просто так. Корневая. Так она куда? Бетон упрет. Там посмотри, какой а вот бетон. Блин, подожди, так выходит. Это другое, смотри. Вот тоже что-то было здание. Ну вот, вот он начинается сталкивать. Все. Понимаешь? Первый раз я вижу. Ах, красиво. Вот видишь? Я такой животины 100 лет не видел в степи. Да я всю жизнь никогда не видел таких больших животных. Ну вот, смотри, вот оно все. Как тебе нравится? Очень нравится. Сейчас мы наверх, сюда там заедем. Потрясающе. Саша, все для тебя. А вон псевдо-туалет стоит. И бомжи. Патрон я нашел. И второй. Сейчас.
я не заезжаю, он заезжает. Сукан. Ты заедешь. Человек все может. Он зверь. Он... Да ладно, не ты зверь. Клянусь вам. Проверено. Может это быть тренировочным чем-то? Ну, нет, скорее всего это было запасное. В случае войны, угу. То есть туда приезжает, кто-то разворачивается. Скорее всего это так. Бывают такие вещи, знаешь, слышишь. А еще вариант, да, могла техника стоять, нет, вот эти вот отвертку было, это потянуть. Или он... Ну я говорю, ребят, скорее всего здесь ничего не было, просто я бы знал, что из-за этого. Сначала посмотрел. Задницу за сидушку и не бойся, вот так. О, молодежь. Есть. Ну как? Жесть? Нормально, нормально. Можно вон подняться, если хочешь. Вон там. Загнаться и туда подняться. Не может быть организм сам собой воевать, правильно? Наша жизнь. Понятия совесть.
Да, Саш? А? Yes, buddy. Yes. Not soul. Нет души. Говорят, что у американцев нет слова душа. Есть? Есть. Soul. Soul? Это что, душа? Врет задорно. Нет, задорно. Ну, задорно это просто. Виталий заблудились первый раз, когда мы перед нами стал выбор, куда поворачивать направо и налево. Мы выбрали дорогу, которая получше. Не направление, а дорогу. Да, вот потом сказали себе. Уходи. Смотри, видишь, как прикольно, да? Yes! Yes! Природа признала меня за своего! Да! Я оброс. Она мне дала свою силу! Thank you.
что вы делаете с тем, что так прекрасно? Люди, почему мы похожи? Мы хуже даже свиней. И это все делаем мы. Берегите наши ноженьки. Пора, порадуемся на своем веку. Красавица и ку-ку. Здесь обычно на машинах подъезжают, там можно оставить спокойно. И потом какая-то, ну, семьи может. Я вот ноги советую. Но это тебе так кажется, куда если не ехать, там, в принципе, дороже хватит. Ну, для семьи, для некоторых 10 километров в день тоже хватает. Поверь мне, я не счастлив. Это нам 100, это так Саша размялся, да, Саша? Ну, нет, 100 для меня это тоже, это для вас 100.